Здравствуйте, Анастасия Носова, 23 года, Москва. В 2021 году я окончила Новосибирский государственный театральный институт, мастерская Андрея Владимировича Бутрина. И без лишней скромности могу сказать, что я неплохо пою. Ладно, это у нас отголоски театрального института. На самом деле, я занимаюсь эстрадным вокалом и танцами уже более 20 лет. Прекрасно владею искусством перевоплощения, а также навыками фехтования и сценического боя. Ой, прости, я не хотела. На данный момент у меня насчитывается больше театральных работ, нежели проектов в киноиндустрии. Хотя с камерой мы вроде как дружны. Сейчас я принимаю участие в спектакле «Укрощение строптивой» режиссера Даниила Ивановича Спиваковского. И там я играю как раз-таки ту самую строптивую девушку Катарину. Среди людей зовусь я Катарина! Ну! И в этом спектакле я с огромным удовольствием бью мужчин и дерусь на шпагах. Спасибо за ваше внимание и до встречи!